Посылают сигналы властям, котельничане уже второй раз. Точно так же перед местным домом культуры автолюбители собирались и в прошлом году. Озвучивали те же лозунги, требовали привести качество дорог в соответствии с ГОСТом, предлагали чиновникам запретить въезд грузовикам в город. Прошел год, никаких перемен. Наглядно свидетельствует об этом количество розовых шаров на проезжих частях. Таким образом, участники акции протеста решили отметить каждую яму на дорогах города, где капитального ремонта многие годы не было. Этот бардак надо прекращать. Дороги должны ремонтироваться весной, в начале лета, а не осенью, как это было в предыдущие годы. В прошлом году с нами присутствовала госпожа новоиспеченный мэр. Она была как бы за нас, но мы видим, сейчас ее нет среди нас. Она, видимо, поняла, что руководить городом гораздо тяжелее, чем она думала в тот момент. В свою очередь, участники протеста предложили помощь городским чиновникам. Составили ряд первоочередных мер для того, чтобы эффективно решить проблему. Наверное, очень важный будет вопрос для всех котельничан. Это ускорение процесса передачи улицы Победы и улицы Доросской в федеральную собственность. А также считаю необходимым закрытие этих улиц в весенний период. Учтут ли пожелания котельничан местные власти, неизвестно. Опыт показывает, что внимания на подобные акции чиновники не обращают. Ни в прошлом году, ни в этом глава города к протестующим не вышел. Тем не менее, автолюбители сдаваться не планируют. Если ремонта дорог не дождутся, обещают протестовать и впредь. Дмитрий Жидрачук, Максим Колбин, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.